На фоне живописного ландшафта рядом с Севницей в Словении появилась скульптура Меланьи Трамп, первой леди США, родом из этих мест. Скульптура возвышается над рекой, стоя на остатках ствола липы. Сама статуя выпилена из этого же дерева. Правда, произведением искусства это назвать сложно. Скульптор долго трудился. Думаю, ему понадобилось 3 дня, чтобы сделать статую. Он работал бензопилой, вот в чем сложность. И она получилась не такой красивой, как обычно выглядит. Впрочем, у статуи уже есть поклонники. Знаете, чем она похожа на Меланью? Посмотрите, как она высоко поднялась на вершину, как настоящая Меланья, которая вознеслась на вершину Америки. Вот она, маленькая девочка из Севницы. Снимаю шляпу перед ней. Скульптура Меланьи далеко не первая, которая не похожа на свой прообраз. Так публику удостоила насмешек бюст Криштиану Роналду, представленный 2 года назад в Португалии. В этом году в Калифорнии сделали статую Дэвида Бекхэма. Ее тоже сочли не похожей на британского футболиста. Так же, как оказалась не похожей на него скульптура в буддийском храме в Бангкоке. А это еще одна высмеянная статуя. Ее посвятили Майклу Джексону. В 2010-м на кинофестивале в Сербии Джонни Депп представил скульптуру себя. Но, глядя на нее, не подумаешь, что перед тобой актер, сыгравший Джека Воробья. В Брюсселе есть статуя Жан-Клода Ван Дамма в натуральную величину. Она также почти не похожа на бельгийского актера.